Мы все больны футболом. Эта горячая тема мало кого оставляет равнодушным в дни чемпионата мира. Вот и администрация одного из пермских хостелов не стала исключением. С подачи предпринимателей один из гостей, молодой художник из Самары, создал в Перми масштабный арт-проект «Портрет Станислава Черчесова», который когда-то возглавлял пермский Амкар. В Перми Станислава Саламовича очень любят, помнят. Ну и мы решили его как главнокомандующего нашей сборной здесь изобразить. Андрею Меляхову для создания портрета понадобилось всего лишь 2 дня и несколько литров краски. Ведь стрит-артом он занимается давно, с 2004 года. Своими работами радует жителей разных уголков страны. Путешествие и искусство называют самыми важными частями своей жизни и самыми главными источниками вдохновения. И мы решили как бы сделать такой вот интересный арт-объект, вот, чтобы его увидел весь мир, чтобы все ставили лайки, просмотры. Юные футболисты уже облюбовали это место как фотозону. Довольны и местные жители. Мне очень нравится, очень нравится. Я когда пришла первый раз, думаю, надо же, кто это придумал? Наш дом омолодить. Представляете? Ну, думаю, что-то тут не доделано. Вот видишь, обратно иду, смотрю, они мне все объяснили. Автору, конечно, приятно мнение пермяков, но мечтает Андрей о том, чтобы его работу оценил сам герой картины. Художник уже написал Черчесову в Твиттере и получил ответ. Ну, он обязательно сказал «приедет», потому что мы ему в Твиттер уже отправили сообщение. Он сказал «приедет» вместе со своей семьей, с большой. Эскиз для картины выбран не случайно. На ней Станислав Саламович желает удачи своей сборной. Юлия Алеева, Дмитрий Гаврилов, Валерий Шкунов, телевизионная служба новостей.